Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство HMD Pulse Plus. И сейчас я покажу вам, как отобразить уровень заряда батареи в процентах. Итак, открываем настройки. После этого проходим в раздел батареи. Здесь мы выбираем уровень заряда батареи и можем его здесь включить, либо выключить. И здесь появляются проценты, либо исчезают. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.